Я приветствую всех зрителей и подписчиков канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». В данном видео мы с вами рассмотрим либо печи Китвард. Рейтинг лучших. Все товары, которые здесь представлены, все идут с Яндекс.Маркета. Ссылки все будут в описании под эти видео. Можно будет перейти, ознакомиться и заказать. Первая в нашем тройке хлебопечка Китвард КТ-304. Стоимостью 9940 рублей. Вот так выглядит данная хлебопечка. Кстати, такой стильный дизайн. Металлический корпус. Есть регулировки выбора программ, настройки, да, кнопка включения-выключения, форма выпечки буханка. Даже есть отверстие для того, чтобы добавить какой-то продукт в процессе выпечки, автоматический дозатор ингредиентов. В комплектации идет мерный стаканчик, ложечка мерная, тестомешатель и крючок для того, чтобы доставать тестомешатель. Небольшой дисплей, на котором будет видно выбранная программа и остаток времени приготовления. Максимальный вес выпечки 1000 грамм, 15 программ идет, можно готовить и варенье, и хлеб выпекать разного вида, и тесто замешивать. Также можно выбирать цвет корочки, а температуру можно поддерживать, да, и использовать какой-то пользовательский режим. Время установки таймера 14 часов, есть также защита от перегрева, корпус идет металлический. Отзывов здесь очень много, рейтинг здесь довольно-таки высокий. Почти все отзывы идут на 5 звезд, качество хлеба, время выпекания, функциональность, удобство и количество оценок с выбором звезд, да, то, конечно же, здесь 90% покупателей рекомендуют данный товар для того, чтобы приобрести его и пользоваться. Следующая у нас в нашем рейтинге хлебопечка Китвард КТ-305, 10590 рублей, ее стоимость, скидка 17% на Яндекс.Маркете, и есть небольшой подарок. При покупке данной хлебопечки можно получить блендер 2 в 1 от Китвард. Вот такая вот хлебопечка, вот такой стильный дизайн, кстати, вот такое вот здесь табло, программы указаны, которые присутствуют, их 12 здесь, да, и сенсорные переключатели для выбора какой-то программы. Сверху открывается форма выпечки буханка, есть смотровое окошко. Также в комплектации идут тестомешатель, крючок, мерная ложечка и мерный стаканчик. Вот так выглядит выпечка, да, также через смотровое окошко можно увидеть, насколько она приготовилась, и очень стильно довольно-таки выглядит. Кстати, готовый вес максимальной выпечки 1,5 килограмма, то есть это очень много. Форма буханка, 12 программ, можно готовить варенье, тесто замешивать и разного вида выпечки. Максимальное время таймера 15 часов, 2 тестомешателя здесь идет, корпус пластик и металл. Защита от детей есть и защита от перегрева. Емкость чаши 3,5 литра, как бы это очень много. Для стоимости почти 11 тысяч рублей, я считаю, что данная хлебопечка очень неплохой вариант. Рейтинг здесь также высокий, почти все отзывы с звездами идут на 5 звезд, то есть 96% покупателей рекомендуют данный товар. Качество хлеба, время выпекания, функциональность, удобство, все идет на высшем уровне. Очень стильный дизайн, простая в использовании, все рецепты рабочие, хлеб доставать очень легко, просто и все удобно. Ну и последняя в нашей тройке хлебопечка Китвард КТ-307, 7490 рублей ее стоимость. Вот такой вот простенький дизайн, есть небольшой дисплей, да, на котором можно видеть выбранные программы и остаток времени. Небольшое смотровое окошко, через которое можно увидеть, насколько приготовился тот или иной продукт. И, соответственно, в комплектации идет мерный стаканчик, крючок, тестомешатель и мерная ложечка. Вот таким образом выглядит хлебопечка, когда она находится в использовании. Не такая уж она и большая, объемная, то есть как бы неплохой вариант, потому что она не слишком много готовит, да, то есть как бы максимальный вес здесь всего лишь 700 грамм, 14 программ зато у нее есть, тесто можно замешивать, разного вида можно готовить хлеб, выпечку и кексы, также можно готовить варенье. Пластиковый корпус, один тестомешатель, 13 часов максимальное время установки таймера, объем формы для выпечки 2,5 литра и длина сетевого шнура 1 метр и 10 сантиметров. Также сохранить настройки в течение 10 минут, если отключили свет. Есть функция поддержания температуры готовых блюд. И, соответственно, в течение 1 часа после завершения работы температура будет поддерживаться. На сайте Яндекс.Маркета данную хлебопечку не заказывали, но на других сайтах у нее рейтинг 4,9. То есть довольно-таки неплохо, да, за свою стоимость. Она выполняет очень большое количество программ. И, соответственно, можно выбрать все и настроить под себя.
Вот такая вот тройка хлебопечек у нас получилась. Все товары идут с Яндекс.Маркета. Ссылки все будут в описании под этим видео. Также не забывайте подписываться на канал «Все о стиральных машинах и бытовой технике», ставить лайки, оставлять ваши комментарии, какими пользуетесь вы хлебопечками. А я с вами на этом прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.